Народ, всем здорово. Ну что, продолжаем с вами Дутыкал. Сюда слабо сопротивление. Давайте прям будем вот так вот. Спустя 3 года после штурма Макина мы планируем атаку на остров Пелелиу. Наша задача — захватить аэродром и подорвать систему снабжения противника. Здесь у нас не только старые знакомые, но и новобранцы. Среди знакомых лиц Миллер, сержант Салливан и я. Нас называют стариками, а ведь каждому из нас нет даже 30. Чё-то мне кажется, это как-то тихо. Не, нихера не тихо. Время! Удачи всем вам! Оно и есть. Держитесь вместе, и мы разделаемся со всем этим дня за три. Вон они. Ублюдки даже не поймут, что их убило. Вот выбивает дерьмо из этого острова 2 дня подряд. Миллер! Как только мы подаем сопротивление на плацдарме, ты садишься на радио и запрашиваешь огневую поддержку. Ройбу, я хочу, чтобы ты как можно быстрее проверил место высадки на линии деревьев. Будь на позиции, когда мы двинемся в путь. Что за черт? Это был один из наших! Твою мать! Восточный хребет! Остойте рядом, Артем! На позиции! Еще один транспортер! Эй, вы! Быстро! Пригнуться! 20 секунд! Слышите меня? Надо убрать эту штуку! А, дерьмо! Водила, опускай аппарат! Они могут перейти на нас! Это Капитан! Мы напоролись! Опускай аппарат! Не надо, мы сами выйдем. Огонь высокоэффективный. Вейка 8-1, азимут 35, дистанция 28, залп. Хорошая работа, Ромбик. Перегруппироваться по линии деревьев. Пошел! Откуда ведется огонь? Откуда был выстрел? Не дай им прицелиться в тебя! Пошел! Пошел! Что, черт побери, пошло не так! Даже не предполагалось, что мы увидим там сопротивление! Всем лежать! Что нам делать? Мы двигаемся! Ищите сержанта! Они приближаются! Дерьмо! Сними их оттуда! Пулеметное гнездо! Ложись! Живо! Огнеметчик, вперед! Шкей. Да я все уже сделал. Примкнут штыки! Если припрет, пустите их в тело! Мы наступаем! Я стою! Нас
секунд. Готовы поддержать огнем. Укажите расположение цели. Вот они! Упавшие деревья! Да, они великий враг. Всем тщательно просматривать местность. Перегруппируемся у грузовика. Они могут быть где угодно. Посмотри там! Группы занять позицию на фланге! Я слеп! Эх, надо было чуть-чуть этот... отдохнуть. Блять, сам же на своей гранате взорвался. Сука, ну что, мне же откинуть умудрился. Да ладно. Из офиса патроны кончились. Шляпа-то не винтовка, а рисака. Давайте покончим с этим. Пошли! Вражеский пулемет у разрушенного бункера! Будет сделано! Вражеский пулемет у разрушенного бункера! Цель принята, огонь на поражение. На, ну естественно. Нахера вообще тут полез-то? Граната, ложись!
Ой, блядь! Они приближаются! Укрытие! Мы их достали! Бей их! Продолжать огонь! Блядь, как... Понятно. Ну все, вкурил. 5 секунд. Залп фугасными на подходе. Да блять, как-то сука по патрону-то умудрились, у меня кончится. И что-то прям уже погореть начинает. 5 секунд. Вверх по лестнице. Залп фугасными на подходе. Минометный окоп позади нас! Они прижали наших к земле! Координаты получены. Доберись до этих пулеметов и сделай их! Вражеские танки! Заградительный огонь, Рейкер 2-5, попадание. Цель уничтожена. Прекратите огонь. Есть наведение, уточните цель. Попался! Цель принята, огонь на поражение. Танки! Вызывай еще один ракетный удар! Живо! Цель поражена. Возможен ракетный залп. Залп по цели. Замечательно! Залп по цели. Просто черт меня дери! Волшебно! Хорошая работа, ребята. Внимание. Готовы на нанести ракетный удар по побережью. Позже. Что дальше, Сарж? Зачистить местность. Ожидать дальнейших приказов от майора. Когда? Скоро, Полонский. Скоро. Нет! Салливан, нет! Держись! Все будет в порядке! Санитара! Салливана продырявили. Нас шокировала гибель Салливана. Никто такого не ожидал. До сих пор не верится. Самый крепкий, надежный, отважный морпех из всех. Какая-то доля секунды, и он мертв. Теперь все зависит только от меня. В этой операции я возглавлю этих ребят. Моих братьев. Зенитные орудия на аэродроме Пелелию открыли огонь по нашим самолетам. Наша задача — захватить этот аэродром. Любой ценой. Ну, это, как говорится, уже в следующей серии. Давайте на это пока остановим. Может, значит, старая игра, но хороший сценарий игры. Все, ребята, давайте. Всем счастливо.